Озвучено специально для coldfilm.ru. Такое чувство, будто я уснул на год, а когда проснулся, увидел, что мир развалился на части. Было столько возмущенных призывов к мщению, особенно после красной свадьбы. Смерть Кэтлин Старк, Ричарда Мэддена и Уны Чаплин. Этот момент... Я знала, что это случится, но это было убийственно. Пронзило меня насквозь, я плакала. Я действительно прослезился. Да, прослезился. Вся сцена была невероятной и очень эмоциональной. Что-то вроде «Ну и что дальше?». Одна из самых шокирующих и обескураживающих сцен случится в конце этого сезона. Некий чрезвычайно кровавый конфликт. Я знаю, насколько важна красная свадьба для огромного количества фанатов, но мы собрались силами и во многом превзошли ее. Определенно, это самый опасный сезон для Тириана. Кажется, что в каждой серии его подстрекает опасность, и он вот-вот лишится головы. Тириан еще никогда не сталкивался с таким публичным унижением, потому что ему обычно было чем ответить. Я выболтал себе путь из тысячи тупиков, Подрик, но не думаю, что смогу выбраться из этого. Он всегда в гуще событий, и обычно это получается у него лучше, чем у окружающих. Но на этот раз он только зритель. Моя вина в том, что я карлик. Между ней и Тирианом нет предела возрастающему эмоциональному конфликту. Ей нравится делать это. Всегда его жалел. Наш бедный маленький братец. Он убил бы нас всех, если б мог. Между Тирианом и Джейми определенно есть любовь, которую Тириан не чувствовал ни от кого другого в своей семье. И в этом сезоне он здорово помогает Тириану. Осторожно. Я твой последний друг. Мой любимый персонаж Брон, Джером Флинн. Мне очень нравится Серсея, потому что она просто фантастический персонаж, несмотря на то, что ее все ненавидят. Ей нравится ненавидеть. Джейми Ланнистер, он очень неоднозначный персонаж. Дело в том, что Николай просто невероятно харизматичен. Он был рожден для этой роли. Оберин Мартелл. Одна из темных лошадок. Я бы описал Оберина как человека больших страстей. Я думаю, он очень опасный. Но он также и хороший. Я думаю, чувства Оберина к Ланнистерам выходят за рамки презрения в ненависть. Почему вы приехали в Королевскую гавань? Я был приглашен на королевскую свадьбу. Ланнистер не единственный, кто платит свои долги. Он использует приглашение на свадьбу, чтобы прийти и найти того, что он действительно хочет. Джоффри? Джоффри — мелкий хрен. Маменькин сынок — хулиган. Но у него милые глазки. Я считаю, что Джек, как актер, обладает множеством компенсирующих качеств. Я считаю, что у Джоффри, как у персонажа... Ну, их меньше. Он из тех, кто сидит на своем троне так, как будто он слегка подвыпивший, вечно теребит ручку и... Такой «Я король!» Я имею в виду, что Джоффри — последняя личность на Земле из тех, кому вы хотели бы дать какую-либо власть. Я обрушил Станиса на Черноводный. Жаль, что ты не помог мне там, дядя. Мои извинения, ваша милость. Я был очень занят пребыванием в плену. Было занятно играть человека, которого так ненавидят, который вызывает столько ненависти, и добиться от кого-то отклика очень было приятно. Это приятно заставлять людей так тебя ненавидеть. Королевская свадьба — это история. Придет время для всех нас, для того, чтобы лицезреть свою историю.
Что касается сложностей свадьбы, так это то, что прежде всего ее масштабность — это огромная сцена, которая занимает почти половину эпизода. На самом деле это почти все равно, что снимать отдельную короткометражку. Я была поражена этим масштабом. Я действительно никогда не видела ничего подобного до «Игры престолов». Я вряд ли смогу еще когда-нибудь сняться в свадебной церемонии, воссозданной так же, как это. Все было так величественно, так блестяще, все выглядело просто безупречно. Думаю, все так, как нравится Джоффри. Он любитель всего этого показушного. Самое потрясающее в этом шоу — это то, что оно погружает тебя в определенную атмосферу, в среду, пробуждающую в тебе нужные чувства, когда играешь в этих сценах. Это вроде до заправки воображения. Мой тронный зал — это такая мини-тропическая версия тронного зала Вестероса. Эти декорации просто невероятны. Я зашла и осталась стоять с открытым ртом минут на 10. Просто потрясающе. Эмилия очаровательна. На нее даже страшно поднять свой взгляд. Она выясняет, может ли она быть лидером. Как я могу управлять 7 королевствами, если я не могу контролировать один город? Города, которые Дэнни освободила ранее, начинают восстание. Потому что все, конечно, хорошо, но цепи разрываются, и люди становятся свободными. Но если просто оставить их безо всякой системы управления, без какого бы то ни было лидера, разделяющего те же взгляды и принципы, что и человек, освободивший их, начнется анархия. Или они будут жить в моем новом мире, или умрут в своем старом. Когда родились драконы, они были маленькими, милыми детьми и полностью подчинялись своей матери. И не могли даже без нее есть. С каждым сезоном они растут, и с каждым сезоном становится все более опаснее. И сейчас они в той точке, когда они уже больше не дети. Они перерастают ограничения, которые она на них накладывает. Она всегда этого боялась. Я имею в виду, боги, они же драконы, они убили ее врагов. Что остановит их от убийства всех подряд? Потому что эти драконы в мире не предназначены для драконов. Они драконы, Халиси. Их нельзя приручить. Я думаю, что это своего рода знак ее потери контроля и потери контроля того, что она делает. Вещь, которая волнует меня больше всего, это то, что Джон не один и тот же человек из сезона в сезон. С ним произошло слишком много всего, что должно было преподнести ему урок. Когда мы увидим его в 4-м сезоне, он будет в плохой форме, его будут мучить мысли о своей чести и о том, как он обошелся с Ингрид. Не только из-за того, что он нарушил клятву Ночного Дозора, но из-за того, что нарушил свою клятву ей. Он по-настоящему в безвыигрышной ситуации. Ты ни в чем не ошибся. Я достаточно ошибался. Он воссоединился с Сэмом, что хорошо. Но их отношения изменились. Отношения Сэма и Джона в этом году такие же... равноправные. Какими были и всегда. Между ними нарастает конфликт. Моя одичалая, она одна из налетчиков. Она не моя. Но была твоей, ведь так? Они оказываются в очень сложных отношениях, но все еще любят и заботятся друг о друге. Я думаю, если бы не Сэм, Джон бы сломался. Здесь мы применяли пластические гримы. Какой здоровяк. Возвращайся, найди свою одежду, Ходер. Одна из самых ужасающих вещей, которые мне приходилось видеть, были съемки первых кадров 3-го сезона. Нужно было создать ощущение, как будто позади Сэма кто-то есть. Как будто что-то его преследует. Мы решили, что добиться этого можно только если гнаться за мной на квадроцикле по снегу. И у них был парень, который бежал рядом, приговаривая: «Я здесь только для того, чтобы, если ты упадешь, я остановлю квадроцикл». Я такой: «Ну, спасибо. Я не знаю, сколько они тебе платят, но этого недостаточно». Возиться с цифровыми волками — довольно странное чувство. Это просто такой здоровый зеленый манекен в форме сосиски, который тыкается тебе в лицо, а ты должен относиться к ней как к обожаемому любимцу. Это очень странно. Самая странная вещь, которую я должна была сделать в этом сезоне — откусить мужское ухо и выплюнуть его на его же лицо. Когда я впервые вошел в Черный замок, я подумал: «О боже!» Потому что пока туда не зайдешь физически, когда все это из твоей головы переносится в реальный мир, прямо мурашки по коже, честное слово. Покрошить приятеля Теона Грейджоя, пожалуй, было вполне «О боже!» Когда я это прочел, подумал: «Серьезно?»
В этом шоу каждый день, о боже, момент на самом деле. Тут все время какие-то сюрпризы. Я всегда по-настоящему в клевом месте, с невероятным реквизитом или в обалденных декорациях. Удивительно в этих местах, где мы снимаемся, то, что ты просто не знаешь, чего ожидать. Так ты появляешься и такой, вау, это же даже более чем грандиозно, чем я ожидал или представлял себе. Самый, о боже, момент наступает, когда ты думаешь, что работа почти окончена, а потом выясняется, что ждать еще 5 часов. Ну, мы с Николаем пытались выдать танцевальный номер, пока спускались по лестнице в суд. Мы думали, что это забавно, и вся массовка смеялась и танцевала. Но команда так устала, что просто никак не отреагировала. А потом директор просто сказал: «Продолжаем сначала». Стоит появиться Мэйси, никто не спит до утра. Мы часто стучим в двери гостиничных номеров и убегаем. Знаете, когда видишь, как дама Дайана Рик играет в трик-трак с Дэниелом Портманом, а Лена делает кому-то массаж, а все остальные просто болтают и шутят. Это и правда прекрасный момент. У всех остальных есть крутые цитаты. Мне кажется, что лучшие цитаты у Брона. У него каждая реплика изящная, остроумная и смешная. «Ты сражаешься без чести!» И он говорит: «Нет, это он так сражался». Ладно, ну есть одна сцена, в которой он говорит: «Ходор, Ходор, Ходор, Ходор». Это точно крутая цитата, да. Думаю, когда Игрид положила голову на тот камень. «Бей сильный точно, Джон Сноу, или я вернусь и выслежу тебя». Это была классная реплика. Но в этом году была одна, когда она обсуждала ничто. Наверное, это лучше, чем ничего. Ничего не может быть лучше или хуже чего-то. Ничего — это просто ничего. Думаю, это заставляет подумать обо всех персонажах и вроде как взглянуть на вещи шире. О, Дракарис. Дракарис. Определенно, думаю, самая крутая цитата. Думаю, мейстер Лювин. Он был как отец для Брана. И его потеря, думаю, сильно ударила по позициям Брана. Роб и Кейтлин. Просто кошмар. Самое значительное, которое задало все настроение «Игры престолов». Теперь известно как шоу, где под угрозой была смерть Неда Старка. Эта смерть меня шокировала. Действие! Как и в прошлых сезонах, в этом есть своя архитектура. Чем этот сезон отличается от прочих, это тем, что действие развивается гораздо быстрее. Более захватывающе, чем третий сезон. В нем определенно и объективно больше действий. И куча всего в продакшене, что мы никогда раньше не делали. Образно говоря, все заряжают ружья, натягивают тетиву и натачивают ножи. Что-то назревает. Не то чтобы все выстраивалось относительно одного конкретного климатического явления. Климатических явлений гораздо больше в четвертом сезоне, чем было в третьем. Во всех предыдущих сезонах самым грандиозным был 9-й эпизод. А 4-й сезон весь равно напряженный. На протяжении 4-го сезона ставки все время повышаются. В этом сезоне история становится все напряженнее. И есть несколько очень насыщенных психологических линий. Все просто невероятно захватывающие. Все рычаги на максимуме. Огромное количество действий. В этом году хорошие парни вернутся. Да, это приятно. Мы заявим о себе. Мы надеемся, что зритель, досмотрев сезон, почувствует его как единое целое. И что впечатление будет еще более сильным, чем от предыдущих. На телевидении масса качественных шоу, которые мне нравятся, которыми я восхищаюсь. Но я не думаю, что есть еще хоть одно с таким же количеством актеров, которые бы снимались с таким же количеством стран, и знаете, у кого есть еще драконы? Озвучено специально для coldfilm.ru.